Так, все, я вхожу в поток, нахуй. Сейчас я так расстрахаю, вы не представляете. У меня даже есть идея. У меня есть идея. Ладно, не уверен, что мою идею стоит реализовывать. Или реализовать, я не знаю. У меня есть идея, но я еще думаю, стоит ли. Хейтеров попрошу пойти нахуй, ну. А если вы вдруг не хейтер, то не идите нахуй. У меня есть идея. У меня есть идея. У меня есть идея. Я, знаете, я сегодня проснулся и понял. Я сегодня проснулся с мыслями, что я что-то знаю в этой жизни. И поэтому поделюсь с вами, так сказать. Начну с доты, а там посмотрим. Батя сейчас охуеет на будет спирите. Я что, сейчас ебало сломаю? Ну типа... Это я нахуй, иду на мид ломать ебало. Мне похуй на этого крипа. Я могу себе позволить проебать крипа, потому что, блядь, ну... Потому что я сильнее, чем этот крип. Ща я покажу фокус, нахуй. Фокус с ласт-хитом на миде. Фокус с добиванием крипов. Фокус, нахуй. Че я нахуй сделал? Зачем я вообще? Зачем я это вкачал? Нахуя? Я не помню, меня кто-то попросил или я сам просто включил стрим и ебанулся? Сука! Я в говне. Сам, блядь. Ну тогда похуй. Тогда... Почему меня не отговорили? Почему меня никто не отговорил? Вам похуй, блядь, на то, что я проебываю каждую игру? То есть вы хотите сказать, я вот пошел на мид просто... Просто, блядь, вкачал нахуй ауру и... И все? Ладно. Возможно, так и было, я вам поверю. Первый раз. Охуенно. Ну, бля, напишите в следующий раз, пожалуйста, Ромчик, качай кайлы. Потому что, блядь, тотально. Потому что я не могу без кайлов играть. Блядь. Блядь! Ладно, утро начинается, блядь, не с утра. Ладно, я сейчас ебало разобью просто и все. А нахуй мне капли? У меня шманы нету, блядь, точно. Я, блядь, чё, нахуй? Аптекарь, чтобы капли покупать? Рецепт на выигранный мид, блядь. Прошу. Та сука, как ты заебал на Void Spirit'е. Он еще не понимает, что он проебал игру? Ну, типа... Ну, я ему скоро дам об этом знать. А, парни, бля, помню, я говорил? У меня же донаты заработали. Мы будем скидываться мне, блядь, я не знаю, на Аркану, на Джаггера? Или нет? У кого-то есть деньги? Вдруг у кого-то есть деньги, кто-то хочет скинуться? Ну, чисто вдруг. Братан, 70 гривен на карте, я все понимаю, я тоже человек. Скинь мне 65, остальное маме. Оу, фак! I'm getting ganked! Help! Fuck yeah. Братан, я могу подшутить смешно, а могу не очень. И я так подумал, не очень я не могу, поэтому я не буду шутить. Сука, ёбаный баны. Ко мне пришел баны, просто пизданул меня. Девушка гетеросексуал. Да, блядь, я осуждаю за такое, нахуй. Гетеросексуалам не место на моем стриме. Ну, типа, братан. Братан, задумайся, ну, типа. Задумайся, кого ты нахуй смотришь. Ой, пересебался, я могу пофармить. Так, я хочу себе масочку, потому что, блядь, я с синегами, нахуй. Русская рыбалка, блядь. Чё, когда стрим по русской рыбалке делать? Русская рыбалка, бля, я не знаю, я в это играл на телефоне, наверное. Ну, типа, знаете, там, я не знаю, классе в третьем, четвертом там дети на телефонах играют, ну вот. Вот мы играли с пацанами в русскую рыбалку. Я даже не знаю, сейчас, наверное, уже дети, блядь, играют вообще или не. Кто в школу ходит, я не знаю, я ходил. Чем дети вообще занимаются? Есть инфа? У меня шмотка не работает. О, тебе работает. Типим. А жаль, его можно было убить. Опять команда подводит. Вот как же так? Вот как же так? Геншин рубятся дети. А, блядь, реально, сейчас же телефоны вообще припизнутые. Реально, если бы я был ребенком, я бы играл, я не знаю, в какой-то геншин на уроках. Или... Я не знаю. Я недавно смотрел, типа, вышло, знаете, Диабло на телефоны. Диабло Иммортал или как его. Я не знаю, вот я такие игры пиздец люблю. Нихуя!
Здорово. Спасибо, Юник. Спасибо, братан. Братан, стань мне. Да я уже встал, нахуй. Куда мне? Спасибо. Желаю тебе счастья, здоровья, нахуй. 4 тёлки, Lamborghini, 5000 баксов в минуту. Ну, тебе и всем твоим зрителям, братан. Спасибо. Не, я... Я хочу лес хуярить, братан, не поебать. Я надеюсь, что моя команда выиграет мне игру, потому что, ну... Вот, я как-то, знаете, вот... Когда присел, сколько у тебя... Тебе по бокам и сзади карты росла. Бля, я сдох, я чат читал. Ладно, похуй, я чат читал. Как сделать такую же прическу, у тебя бока сзади аккуратно подстрижена? Не, не, у меня, блядь, сзади, ну... Сзади у меня обычные волосы, по бокам у меня тоже, нахуй, волосы. Ну, типа, просто корешка, корешка. Просто корешка, ну, типа... Я не знаю, загугли в интернете виды стрижек каре, и там есть такая, как у меня, то есть у меня, типа, такая... У меня, ну, как с фул челкой, типа, я хуй знаю, как это объяснить, братан. Да чё, сейчас опять сдохну, блядь. Если у меня была нейтралка, я бы, кстати, выжил, блядь. Знаете, мне минуте на третьей резко перехотелось играть, блядь. Так, я, кстати, 0-4-0 на миде. Я, кстати, 0-4-0. Надо это... Надо что-то придумать. Надо как-то мид выиграть. Да, бля, это у меня первая игра, нахуй, за полтора года. Я полтора года не играл в доту. Но вы должны понять, войдите в мое положение. Я полтора года не играл в доту. Это моя первая игра через за полтора года, блядь. Ну, серьезно. Я имею право мид проебать? Я думаю, похуй. Знаете, вот что я вам скажу? Понимаете? Ну, вот вы верите вообще в судьбу? Вот я верю в судьбу, пиздец. Если эта катка суждена быть выиграна, ну, то она выиграется независимо от того, что я делаю. Если эта игра суждена быть проебанной, мы ее проебем. От моих действий не зависит абсолютно нихуя. Ну, типа, вот поэтому я, как говорится, доверюсь Господу Габену. У меня что, донаты не работают? Как они могут не работать? Бля, я так подумал, если бы я на самом деле, ну, немного это... Если бы это была моя вторая игра за 4 года, ну, я же говорил, я 4 года в доту не играл. Это моя первая игра за 4 года. Если бы это была вторая, я бы, наверное, купил стики. Но так как это первая, то мне вообще похуй. Вообще купить доминатор. Да я и так, блядь, доминирую. У меня обратный доминейт, понимаете? Ну, типа, вот, у меня обратный доминейт. Обратный. То есть, ну, это как 4-0, только 0-4. Но хам еще доминатор сверху. Как-то хуйню несете, парни. Да. Блядь. Я не дал крипам заспавниться, чтобы они, блядь, не сдохли. Я забочусь о своем, о своих крипах. Понимаете, ну, насколько я вообще, блядь, хочу выиграть? Я позаботился о крипах, чтобы они не сдохли лишний раз. Какая-то пиздилка. Го это. Я, блядь, летаю, нахуй. Ребята, спустите меня. Спустите. Да последний я брюхом. Сейчас вернется уже. Давай. Я не знаю, я тупо в космосе провел 4 года, парни. Там хуёво. Даже Юл собирать не надо. А если его пиздануть? Помогите, я дохну. Примите на себя урон, кто-то, блядь. Ебать нахуй, спасибо. Спасибо, что все в моей команде оказались вот одновременно. Соло нахуй. Да я бы лучше, блядь, налоги собрал. Не знаю. Но у меня нет налоговой своей. Че, можешь ульту качать? Ой, конечно, похуй. Я хочу Shadow Blood. А хотя, блядь, это ж хуйня, правильно? Мне нужен Dragon Lens. А можно ему пизды оформить? Ебать, хорошо, что вы нахуй смогли это сделать. Ему надо пизды дать, срочно! Ну или им, кому-то, дайте кому-то пизды. Пизды. Мне пизды надо дать. А чё он, блядь, творит? Ну, понимаете, да? Вот, он не должен этого делать. He's not supposed to, блядь. Сюда, дебил. На счёт 3 типаем. 5, 4, 3, нахуй. Бля, не того типа, похуй. Кентавр, я не тебя хотел. Я промазал, блядь, ну.
Бля, я забыл донаты чекнуть. Ладно, сейчас чекну. Я не забыл, я перенес, как говорится, на будущее это. Я забыл. Физосеф. Не, это магический. Братан, какой нахуй физосеф? Это, блядь... Это не физика, блядь. Это нахуй астрология. Бля, у меня сейчас 5 донатов. Каким хуем у меня донаты могут не работать? Это невозможно. Меня донаты отключили, блядь, или что? Погнали пиздиться, погнали. Я всех отпизжу. Да я всех отпизжу! Ну почему вы не можете мне помочь, блять? Похуй. Хей, нау, почему не хей, нау? Го! Тима дебилов. Спасибо тебе за охуительный трек, батутик, блядь. Я чуть не охуел. Да, я чат забыл почитать, еще там. СС через похуй. Вы готовы выиграть? Ну, кто хочет? Погнали, парни, погнали. Как команда нужно играть, блядь. Слаженно и целенаправленно. Понимаете, да? Вот его надо сложить напополам, блядь. Зачем ульта? Я не знаю нахуя. Бля, мне надо выиграть игру, я забыл, зачем я зашел в эту игру, я зашел, чтобы выиграть, нахуй. Но во мне проснулся долбоеб, и я... Да, неважно. Еще не поздно, еще не рано. Oh no, I'm dying. Fuck, shit. Нормально, я всех крипов забрал. Так, ну что, чем моя команда вот занята, вот моя командная команда? А ничем важного, они, блядь, это, ну... Минута молчания, блядь. В честь моего лосхита на центральной линии. Ебать, он перефиженный в говнину. О, у меня муляй, кстати, есть на всякий случай. Я заранее купил. Сало. Ой, блядь. Сбейте, я в этом, блядь, дебилы. Вот дебилы, нихуя не могут. Вот нихуя не могут. А могли бы что-то мочь. О, блядь, вот это, блядь, не повезло мне с ком. Ну, могло повезти, но мне не повезло, ну понимаете, да. Таракса могла играть со счетом, блядь, 500-0. Нахуй она зашла 4 раза, блядь. Ну что, первая игра за 4 года. Разминочная, как говорится, ну. Где-то с третьей пойдет ёбка. Вот, возможно, со второй с половиной. Мне надо как-то пиздануть баны. Баны. Operation баны, поехали, вы готовы? Сейчас нужно дать пизды. Дайте пизды. А чё с ним? Где мы? Бля, бать, у него билка крутая, нихуя, 60% дэмэджа сносит, ёб твою мать. Челси, как хочу выиграть, пишет. У меня 40 поражений, блядь. Имба. Так выиграй, блядь, кто тебе мешает, нахуй? Где, блядь, и выиграть? Ты мужчина или кто, блядь, или женщина? Ну, почему ты выиграть не можешь? Что? Что вы на меня пикаете, блядь? Если вы хотели выиграть, вы бы выиграли. 4, это 2. Так, сыграй на 2, блядь, а я буду 4. Пиздец, нахуй. Парень, ну вы понимаете, вот мораль? Вот. Кто? Так, а ну. Чекаем инсту, блядь.
Обзор на девочку. У меня не грузит ее инсту. Я все правильно вел? А, пис, блять, пис нахуй. Так, обзор на тиммейтов. Так. Что думаете? Я же сварка, блядь. Все. Сторис чекни. Да, блядь, за такое же забанят на Твиче, не? Ну, за эти сторис. За это же банят, не? Да я не покажу, можешь не сами прочекать. Так, чё, мне с этой минуты. Нет, просто. Слушай. С Рустал Мэйден, are you here? С Рустал Мэйден. Блять, она альтапнулась. Надо подефать, чтобы нариснулась. Можешь ей написать привет от Вишблейда, блять, я не знаю. Да, напишите, блядь. Напишите в Элайшу, блядь. Что она с легендой попалась, нахуй. Давайте, парни. Гайд на девочку. Привет от Шадуфинда, да? Привет от Шадуфинда, блядь. Я тоже сейчас напишу. Дефаем. Защищаем трон. В защиту, блядь. Защищайтесь, ну вы чё? Слушай, Crystal Maiden, я прочекал твой инстаграм, ты такая красивая. Давай я тебе скину $1000, а ты мне нихуя. Как тебе план? Все, она меня замутила. Пригласи в пати, блядь. На SF. А на пати, блядь, она меня походу заблочила. Блядь. Сука, я хотел контента завести. Все нахуй. Так. Тупая шалава. Вот так это делается нахуй.